отношения, но тем не менее это очень тяжело, я пианистка, я знаю, что такое рояль. И как вот вы сказали, что вы перевозили его на газели 380 километров. Расскажите, пожалуйста, как это технически происходит? Спасибо. И второй вопрос уважаемому Алексею Борисовичу. Вот как звучит сегодняшний инструмент? Ну, я услышала. А как у вас происходит знакомство с такими разными по звучанию, по звукоизвлечению инструментами? Это же не современный, такой более или менее унифицированный стандарт, да? Они все очень разные, разных эпохи, по-разному отреставрированы, они по-разному до нас дошли. Это инструмент, каждый со своей уникальной судьбой. Очень часто они бывают искалечены. И как отличается вот, репетиция, да, и сколько времени нужно, чтобы познакомиться с инструментом, чтобы выйти на сцену? Насколько это трудно, чем со современным обычным стандартом? Спасибо большое. Вот, на последний вопрос. Значит, я начал заниматься игрой на исторических фортепиано с конца 80-х годов, середины 80-х годов. Сначала преодоление, у меня был один инструмент, преодоление этого инструмента, обуздание, так сказать, самого себя для этого инструмента, у меня заняло примерно 3 года. Я у меня оказался хаммер-клавир, кстати, нойбергский, 5-октавный. Я отказался от игры на рояле примерно на 3 года, чтобы обрести свободу на другом, совершенно другом инструменте копии 18 века. В дальнейшем, с того времени, когда я систематически стал играть, прежде всего, в Европе на исторических инструментах, это было с начала 90-х годов, то есть уже получается почти 40 лет, наверное, я сыграл на нескольких десятках самых разных инструментов, оригиналов и копий. Вначале это приспособление занимало у меня действительно несколько дней. Но с течением времени, когда в пальцах осаживается вот этот опыт, тактильный опыт разного нажатия, разной глубины клавиатуры, разного ответа, разного туше, а в ушах откладывается акустическая аура инструмента, его излучение, его звук конкретно на месте и его возможности отражения, которые ты слышишь уже из зала. Когда почувствуешь акустику инструмента и удобство игры, это может пройти несколько дней. Но когда это вбирается постепенно в руки, эти ощущения классифицируются. И инструменты, допустим, 19 века или второй половины 19-го более тяжелые, становятся более доступными. Это одна из класс инструментов, а инструменты классического времени, от Моцарта до Шуберта, более легкие, требующие более концентрированного, более детального какого-то отношения, на них становится тоже с течением времени играть проще. А практика у меня такая, концертные игры обычно в Европе. Мне привозят инструмент в день репетиции, следующий день концерт. Так что приспосабливаться приходится очень быстро, но это все связано с опытом. Опытом прежде всего слуховым, а потом уже и плецевым. И опытом, который говорит об одном, что инструментов индивидуальности, инструменты очень разнообразны, и каждый из них своя индивидуальность, и нет возможности обрести вот в этой беспокойной жизни игре на разных инструментах, нет возможности обрести какую-то одну однотипную интерпретацию. Инструменты каждый раз диктуют свое, и интерпретации, которые в юности или молодости сложились на современных стендвеях, приходится практически полностью отбрасывать. Они не годны для исторических инструментов. Вот это все, что я хотел сказать.
освидетельствует словами, я много про это писал. Во-первых, он присутствовал не только при исполнителе, но и первом коллекционере фортепиано, и это всегда Шутин в России. Частный коллекционер фортепиано, исторический коллег Алексей Борисович Шутинов, а мы его лишь последователи, адепты, можно сказать. Другое дело, что там пока что-то получается. Если говорить о моей коллекции, я начал с 5-6 инструментов в конце 80-х годов, у Алексея Ставицкого несколько десятков. Я, к сожалению, сейчас не могу вам сказать, но на складах Рыбинска, сейчас на 4 складах Рыбинска, плюс один под Москвой, больше 120 инструментов, но если включать инструменты, порядка 25 инструментов Петра и Ду, несколько инструментов, пока Алексея Борисовича, два, это, я надеюсь, что это тема для наших будущих поколений, которые активно привлекаю, и немногое что получается, привлекаются люди, которые помогают. Это все зависит от нашего, от любви, я думаю, что от любви к музыке, а потом уже все остальное. Вот мы вот как-то и сошлись, вот Алексей Борисович нас вдохновил, потом принес Петя Айдо, а потом я вот подключился, и получилось сделать музей фортепиано в Рыбинске. Я был немножко волновался, что вот не получится, вот получилось. Транспорт, мы там ставили рекорды Гиннесса, даже как Лига Фекст, тогда я являлся, когда Александр Израилевич с 11 утра до 9 вечера стоял за пультом с этими 8 концертами Бетховена. У нас был свой даже подвиг. В Рыбинске мы везли двое суток 17 тонн пианино-рояль из Твери. То есть с 6 утра, скажем, в Твери, это было почти двое суток. Люди возвращались в Москву, практически 2 часа сна, у меня даже 2-3 часа сна. Это был чудовищный тонн, потому что надо было спасать. И даже грузчики понимали, что если они это не сделают, там все. Мы выгрузили, начался дождь. Какой-то десантник шофер оставил машину в машине. Какие-то молодые шоферы уехали, бросили все под дождем. То есть это было, если снять фильм, это было бы, конечно, и ужасы, и надежды. Но мы сохранили это, сохраняем это для страны. Потому что понять историю музыки России, это тоже это огромное. Фортепиано, не только фортепиано, а вообще музыки. И о том, как российские композиторы, исполнители понять, что они играли только на российских инструментах. У нас не было практически импортного производства. Да, они названы. Ну и вот, а по поводу переноса, перевоза, это давно. Я надеюсь, что это будет будущее. Сейчас говорят, пианисты знают, что Рахманинов с собой возьмем. Да. Глинк будет не возил, но Горовец возил. Горовец возил. Ну, Микеланджело, давали фильмы. Сейчас вот фильмы возят. А я думаю, что в дальнейшем будет легко то, что многие пианисты будут просто брать, а сядем с ним в машину, поедем, и дадим. Вот мы с Алексеем Борисовичем примерно такое сейчас и производим. И это будущее во многом дает прекрасное осязание музыки. И я еще один момент, который не был произнесен, и он постепенно будет. Вы сейчас слушали музыки на аутентичном полностью инструменте, в котором все струны 1900 года, молоточки 1900 года, и мысли Алексея Борисовича, которые тоже очень близкие, выражены. У нас есть еще более удивительный инструмент, которого Алексей Борисович уже дал три концерта. 174 года эра, господин. 174 года три неоригинальных инструмента, все остальное оригинальное. Это какой-то перст, который, не знаю, он нас ткнул, и мы сейчас пытаемся донести, что такое происходит. Там еще есть следующий слой, когда играют на восстановленных инструментах, исторических на восстановленных. И уже еще один большой концертный слой, когда просто копия этих инструментов. И эти вот нюансы, они пока еще неизвестны у нас. Они по миру только едва ли расходятся, но нам еще предстоит это освоить. Я хотел бы подытожить теперь вот это сказанное в том плане, что мы все время говорим, имея в виду одну тему. Это инструменты прошлого, музыка прошлого. То есть это прошлые эпохи. Это ощущение того, что прошлое надо восстанавливать, возникло сравнительно недавно. Где-то в Европе в 70-е годы, у нас в 80-е или к 90-м годам. Вот. И ощущение, что что-то прервалось, что-то мы забыли, и нужно перескочить через
ближайшие, через то, что мы имеем сегодня, перескочить в прошлое, но так, чтобы это прошлое нас научило. И вот мы открываем это прошлое как бы заново, и с интерпретациями, и с чтением автографов, партитур, и с изданиями, и с восстановлением инструментов. И я думаю, что вот эта тенденция, это с одной стороны любопытство, действительно, это новинка посреди современной концертной жизни услышать инструмент, который звучал в своей истории там 100, 200, 300 лет назад, или реконструирован, реконструированные инструменты 15-16 века. Вот это, с одной стороны, любопытство, с другой стороны, это веление, потребность времени. Знать эту музыку, чувствовать ее и получать от нее удовольствие. И главное, что то, что сейчас происходит в микромасштабе, вот, это начинает охватывать уже многие гораздо больше масштабе, чем ставить. Я уже не говорю вообще о исполнительстве, историческом исполнительстве, которое захватило, можно сказать, целый мир и занимает очень большое место на концертных сценах в любом формате, от больших залов до маленьких салонов и даже до конкурсов на исторических инструментах, любых клавишных, струнных, духовых и так далее. Вот это все говорит о том, что прошлое абсолютно живет, и что мы то, что те крупицы, которые подлинные крупицы, которые еще сохранились в каждой стране, мы обязаны просто сохранять и по возможности их восстановить или реконструировать. Спасибо большое, Виктор. Спасибо большое. Дорогие друзья, я думаю, что нам, Ромеру, пора ехать.